Всем доброе утро. Сегодня хочу рассказать, как проходит утро водителя фуры, с чего начинается. В первую очередь начинается с того, что заводится мотор. Во-первых, чтобы убедиться, что все в порядке, что аккумуляторы не сели, можно нормально работать, уже быть спокойным, все, машина запустилась, все отлично. Во-первых. Во-вторых, машина прогревается долго. 39 градусов, я ее запустил буквально минут, да, наверное, 10 минут еще не прошло, только 39 градусов. Вот, долго машина прогревается. Нужно, чтобы машина прогрелась, потом уже ехать. Вот, это самое первое, с чего начинается утро. Далее, что мы делаем? Достаем умывальные принадлежности. Ну, в данный момент я нахожусь на стоянке, да, не очень. Тут так чистенько, не очень. Ну, это еще пойдет. Вот. Идем в кафешку. А, отсюда не видно, вон там вот за КамАЗом слева кафешка. Вот. Идем туда. Я забыл поменять шайбу. Вот так, ладно. В общем, сейчас тогда меняю вот эту шайбу. Достаем принадлежности для умывания. И идем в кафешку. Так, ну вот я взял свои принадлежности. Закрываю машинку. Мерседес. Вот. И заодно можно сразу сделать утренний обход. Смотрим. Колеса целые. Бак закрытый. Ну, правда, у меня крышка такая, надо будет в срочном порядке поменять крышку, под ключ сделать. Колеса целые, запаска на месте. Целые. Близковато я ой-ой-ой, очень даже близко. Я даже тут не пройду, там буквально сантиметров 10 осталось, наверное. Так, ворота мы не откроем, не посмотрим, как там груз. Надо будет отъехать все-таки. Тент целый, не порезанный. Так, по-моему, надо подкачать вот колесико. Целые, запаска на месте, колеса целые. Да, здесь прям близко. Главное, что не сбил, не завалил ворота. Вот, тент не порезанный. Короче, ночь прошла нормально. Вот. А, тут забыл закрыть. Я вообще... вообще-то у меня всегда она закрыта, эта дверь. Она у меня всегда закрыта. Я через нее никогда не хожу. У меня здесь коврик лежит. Вот. А дверь не закрывает ступеньки. Вот, три ступеньки. Дверь ступеньки не закрывает. Так что обувь сюда ставить не получится. Я рассказывал, я один раз уже поставил обувь. Ну, самый первый рейс. Вот. И теперь у меня одна пара обуви осталась. Так что через эту дверь я вообще не хожу, потому что обувь не получится ставить. Это на улице разуваться, в руках переносить обувь. Ну, короче, неудобно. Лучше через ту дверь залез, разуться и спокойно ходить уже. Вот кафешка. Вот туалет. Ну вот, такой здесь туалет.
можно умыться. Мылом, в общем, я никогда не пользуюсь. Я свое мыло приношу. Вот. Как-то так. Так, ну вот, умылись. Как обычно, вот я все время, каждый день забываю взять с собой полотенце на утренние процедуры. И сейчас я с мокрым лицом иду по улице. Вот. Вот каждое утро я забываю взять с собой полотенце, чтобы сразу вытереться все это. А то так можно и лицо, и руки. Лицо и руки так можно обветрить. Вот постоянно забываю взять полотенце. Открываем свой Мерседес. Далее обязательно, что нужно сделать. Машину закрываем всегда, абсолютно всегда на автомате. Даже если мы просто идем назад, посмотреть, что там, и вернемся назад. Всегда машину нужно закрывать, вообще всегда. Потому что пока я буду здесь, мало ли, машина будет открыта, кто-то успеет подбежать, быстренько открыть, что-то схватить там. Ну, мало ли это. Я забыл перчатки взять. Самое главное, вот, не лениться, потому что лень может очень дорого стоить. Взяли перчатки, закрыли, пошли. Так. Да, ремни бы подтянуть. Вот так, в общем, проверяем все ремни. Так, ну и все, собственно, мы сделали утренний обход, осмотрели автомобиль внешне, проверили груз, и можно в путь. Все закрылось, все закрылось. Поехали!